В мире существ в сонаре с Джеффито. Не переключайтесь. Всем привет, друзья! Вы смотрите выпуск «Мир существ в сонаре» с Джеффито. И сегодняшний выпуск у нас посвящен существам на буквы G-H-I-J. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а мы начнем обзор способностей и внешнего вида этих существ. Первое существо на букву G – это Гибли, со здоровьем 2600, выносливостью 120, урон 140, аппетит 60, ночное видение 4 из 3 и амбраж 1.2. Ночное видение 4 из 3 – это больше, чем возможно, поэтому это способность ночной сталкер. Это самое крутое ночное видение, которое есть. Это плотоядное животное летающего типа, массы 1600, время роста 25 минут, третьего уровня, защиты от кровотечения 25% и наносит один токсин. У него есть способности зона сна, способность, которая всех усыпляет на небольшое время, то есть у них включается такое действие лечь. Ночной сталкер – это самое крутое ночное видение. Что еще есть у Гибли? А это дыхание стихии. Токсичное дыхание. Он наносит один урон в секунду, а также яд. Гибли – это один из существ-разработчиков, которые покупаются за робоксы. Вот так выглядит Гибли, который только что создали. А так выглядит Гибли, который вырос. Следующее существо – Гваракус, со здоровьем 3200, выносливостью 120, урон 175, аппетитом 80 и ночным видением 3 из 3. Это травоядное животное наземного типа, массы 3300, время роста 35 минут третьего уровня и защиты от кровотечения 25%. У него есть способность Харден, она временно увеличивает защиту от кровотечения и вес, но снижает скорость. Вот так выглядит только что созданный Гваракус. А так, который вырос. Следующее существо – это Грамма, со здоровьем 7500, выносливостью 60, уроном 300, аппетитом 80 и ночным видением 3 из 3, скорость ходьбы 24. Это травоядное животное наземного типа, массой 150 тысяч, временем роста 80 минут, уровень 5 и защита от кровотечения – иммунитет, то есть ему вообще никакого кровотечения не нанесут. Одна из его способностей – это неуязвимость, то есть иммунитет от физических недугов, таких как разрыв связок или перелом костей. Но от землетрясения не защищает. Защита от кровотечения полностью иммунитет у него, но он может получить ее с помощью шипов или отражения кровотечения. Это существо можно получить из сессии гачи. Чтобы разблокировать один спин этой гачи, нужно выполнить ряд разных заданий. Вот так выглядит Грамус.
Следующее существо – Герудус со здоровьем 8000, выносливостью 70, уроном 250, скоростью 27, аппетитом 50, ночном видении 2 из 3 и амбраж 1,5. Это плотоядное животное наземного типа, массы 13 тысяч, временем роста 70 минут, 5 уровня, защита от кровотечения 35% и наносит кровотечение 10. Его способность – это вызывать землетрясения. Он создает взрыв, который наносит статус сломанных костям тем, кто находится рядом с ним. Это существо из ограниченной гачи, оно было на третьей волне. Вот так выглядит Герудус. Сейчас мы расскажем про существ на букву H. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а мы продолжим. Первое существо на букву H – это Хелион Варден, Хелион Надзиратель. Здоровье 8000, выносливости 85, урон в зависимости от ярости стража от 72 до 504. Скорость 30, аппетит 42, ночное видение 4 из 3 и амбраж 1 и 2. Это всеядное животное наземного типа, массой 60 тысяч, временем роста 50 минут, 5 уровня, защита от кровотечения 60%, сопротивление урона от дыхания 90% и наносит кровотечение 1. Его способность – это адский страх, то есть он заставляет пораженных существ иметь туннельное зрение, замешательство, и они могут наносить только половину урона. А еще Хелион Варден, который использовал эту способность, получает увеличение скорости на 30%. Также он обладает пассивными способностями «Ночной сталкер» и «Ярость стража», которая есть у всех стражеров, стражи, надзирателей. Это такой щит, который с уменьшением его здоровья увеличивает урон, который наносит он сам. Это существо из тайм-гачи, которое можно получить за время в игре. Играя в существа сонари, вы накапливаете валюту времени, на которую можете приобрести существо. Так выглядит Хелион Варден. Следующее существо – это Хемакай со здоровьем 1400, выносливостью 350, уроном 50, скоростью 25, аппетитом 40, ночным видением 3 из 3 и засадой 1 и 1. Это плотоядное животное наземного типа, масса 1400, время роста 12 минут, 2 уровня, защита от кровотечения 10% и яд 3. У него, так же как у гибли, есть токсичное дыхание. Он наносит 1 урон в секунду, а также яд. Так выглядит Хемакай, когда вы его только создали. И так выглядит Хемакай, когда он уже вырос.
Следующее существо на букву H это Хушайк. Здоровье 1000, выносливость 200, урон 60, скорость 18, аппетит 55, ночное видение 1 из 3 и амбраж 1,25. Это плотоядное животное летающего типа, масса 750, временем роста 13 минут, второго уровня, защита от кровотечения 5% и наносит кровотечение 4. Так выглядит Хушайк. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а мы начнем рассказывать про животных на букву I и J. И первое, что на букву I, это икаран со здоровьем 1500, выносливостью 200, уроном 150, скоростью 22, аппетитом 45, ночное видение 2 из 3 и амбраж 1,15. Это плотоядное животное наземного типа, массой 850, временем роста 15 минут, уровнем 2, защитой от кровотечения 1% и наносит кровотечение тоже 1. Вот так выглядит икаран. Следующее существо на букву J, это Джефф, со здоровьем 100, так мало, выносливостью 100, повреждением 5, всего лишь 5, он никого не повредит вообще. Скоростью 25, аппетитом 55 и ночным видением 3 из 3, ну хотя бы в темноте видит, и то хорошо. Это всеядное животное наземного типа, массой всего лишь 6 и временем роста 7 минут первого уровня, да, что-то он совсем слабенький. И так выглядит Джефф. А? Подождите, это же я. Что? Джеффита это Джефф? О-о-о. Ну а что? Красивый, симпатичный, да. А урон, ну подумаешь, ему не надо, он вон ягодки ест. Очень симпатичный, да. Я вот когда маленький, до кустика не достает, а вырос, и вон какой размером с куст почти. Самый великолепнейший, да, а что, хорошее, отличное существо, шикарное прям. Следующее существо на букву J это Йотунхель со здоровьем 4000, выносливостью 80, уроном 300, скоростью 30, аппетитом 65, ночное видение 3 из 3 и амбраж 1,25. Это плотоядное животное повышенной проходимости, то есть он и летает, и плавает, и бегает как полуводное, водное, летающее и обычное. В общем, все вместе в нем. Масса 3500, время роста 45 минут, уровня 4, защита от кровотечения 25% и кровоточение наносит 1,5. И у него есть водное дыхание. Он наносит 1,2 урона в секунду, делает цели затуманенное зрение. А еще, если выносливость этого Йотунхеля истончается, 10% здоровья цели снижается и возвращается Йотунхелю. Это существо зимнего ивента. Его можно было получить с зимней гачи. Вот так выглядит Йотунхель.
Друзья, подпишитесь на канал Мультик Плеер. И, дорогие телезрители, вы смотрели шоу «Мир существ Санария» с Джеффито. Сегодня у нас была рубрика «Обзор существ. Шоу-кейс» на буквы G-H-I-J. Подписывайтесь на канал Мультик Плеер и до встречи в новых выпусках. Не пропускайте наше видео и до встречи. Пока-пока. Пока-пока.